Экстренная ситуация в Змеиногорске разрешена, теплоснабжение восстановлено, ремонтные работы близятся к завершению. Такое заключение дал спикер краевого парламента Александр Романенко, который накануне побывал в городе. Вместе с ним за ходом работ на котельных наблюдали заместитель председателя правительства края Игорь Степаненко и руководство Змеиногорского района. Мы были на котельных, посмотрели на датчики температурные, выход из котельных более 80 градусов, 85-86, а непосредственно на входе у потребителей 70. Это, конечно, для змеиногорцев что-то такое необъяснимое. Напомним, с приходом холодов в городе сложилась чрезвычайная ситуация. Его жители несколько дней оставались без отопления. Причина мороза и поздно начавшийся ремонт теплоснабжающего комплекса. Планировалось, что 6 старых котельных заменит одна современная. Кстати, средства на модернизацию, это 205 миллионов рублей, были выделены еще в мае. В ноябре району направили дополнительную субсидию, почти 3,5 миллиона рублей. Масштабные ремонтные работы продолжатся весной. 3 оставшихся старых котельных из 6 подключат к новой модульной. Напомним, ранее спикер краевого парламента Александр Романенко уже подчеркивал то, что ремонтные работы начались в городе не своевременно. Закончить их нужно было еще до прихода холодов. Власти края пообещали, что впредь неприятных ситуаций постараются избежать. Впереди нас ждут низкие температуры, впереди продолжительные праздники, но полагаю, что все силы и средства на сегодняшний день подготовлены для того, чтобы в режиме повышенной готовности реагировать на аварийные ситуации в любом населенном пункте Алтайского края.